Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мы отправимся в мир Прай. Это была раздача от Epic Game, неплохая игрушка, но тут что-то со звуком не то. Я сужу игры по трем отметкам, это русская озвучка, ну хотя бы сабы, ну неплохая графика и сюжет, а тут сюжет очень даже неплохой. Присаживайтесь поудобнее, берите печеньки, чаек. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Эй, Морган, проснись, время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. А, слушай, я... Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган. Как в старые добрые времена. Первый день на работе. Новая задача. Щи. Что, себе в глаз ставил, что, что? Первый день на работе. Сесть вертолет, стоящий на крыше. Понял, идем в стену. Ага. Ух ты, прикольно. Нихера себе. Опа, опа, пачки. Мы что-то можем брать, а что-то... Ух ты. Так, три сообщения. Прикольно. Так, назад. Порнуха есть? Ладно. На, я, бля, я все дома, бля, ема, брат, нахуй, что так, портфель. Не, это он себе за пазуху взял. Молодец. Ага, за memory, понятно. Ух ты. Гербарий, ух ты, я могу. Да я вообще шалить могу, ё-моё. Та-ра-та-ра-та. Хера себе, веселая игра, мне нравится уже. За что я заплатил деньги? А, точно, это ж на халяву от Epic Game. А закрыть дверь? Так, газ проверил, блять. Где кухня? А, все, кухня. Опа. Шкаф на кухне, это нормально, это сильно. Чтоб далеко не ходить, пальто повешал, сел жрать, все супер. Угу. Ну да. Да-да-да-да-да. Мне неинтересно. Опачки, уборная. Ничего себе, тут все прям так круто. Это что, симулятор, блядь, шалуна? Или че, я не пойму, что я играю. О, дверь закрывается. Ого, это я рисовал. Это мои фантазии. Я не скажу, что я фантазировал, то что вы захотите тоже фантазировать. Ух ты! Рыба! Привет, рыбка! Как твои дела? Нормально у тебя там все хорошо? Долбоёб.
Не надо думать, что я долбоёб. Там, пошли в гости к кому-то сходим. Можно позвонить? Так, нельзя. Опа. Доброе утро, мистер Ю. Господи. Доброе утро. На крышу сел вертолет. Похоже, за вами прибыл. Что-то тут со звуком... Это нелегко, понимаете? Со звуком непонятно вообще. Пробел, shift, чтобы ускориться. Вшух! 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 Я молния. Крыша. Мой этаж. Крыша. Мой этаж. Какой же выбрать? Крыша. Мы отправляемся на орбиту. Шаттл прибыл. О, вертолет. О, жесть. Прикольно, а что у меня за работа? Я на вертолете собираюсь. Я себя чувствую каким-то важным. Устраивайтесь поудобнее, и мы взлетаем. Комплекс Транстар совсем недалеко. О, ножка на ножку, блядь. Небо ясное. Супер. Графончик 2006 года. Супер. Красиво все. Ну, зончик, ух. Качай. Йо. Неплохой вид. Ничего на залив. Ничего себе. Аркан Студио. Нихера себе, они себя любят. Йо. Йо, здравствуйте, здравствуйте. Это ваш начальник летит. По-любому какой-то начальник. Можно мелодию на какой-то рэпчик включить. Тут можно где-то пультецкий какой-то. А что у меня? Он тупо, он замацанный. Он, смотрите, за... Кто тут уже летал, мацал мой вертолет, алё? Ой, ну птички летают, хорошо. Приехали, мистер Ю. Берегите голову. Удачи вам. Так, спасибо, спасибо. Так, где мой офис? Ничего себе, я бегу на работу. Ух ты, ты что такое? Здорово. Я оператор научного класса Сивилла 495. Блин, мне что-то звук не нравится. Кто? Сивилла? Звук. А, тут только громкость можно поменять. Угу. Сильно, сильно. Что ты такое? По всему миру более дюжины высокотехнологичных станций. Даже больше, с учетом лунных. Не умничай. Очень скоро вы отправитесь в шаттле на Талос-1. Всем не терпится увидеть, на что вы способны, доктор Ю. Мне точно. Да, я умею ковыряться в носу пальцем. Добро пожаловать, Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Подтвердите. Подтверждаю, да. По-любому я планировал весь день, всю ночь. Вся жизнь. Морган, наконец. Угу. Что это за космонавт? Здрасте, Алекс Ю. Похудеть бы тебе немножко, братишка. А то и сердце станет, когда лететь будем. А что они на меня смотрят? А что мне сделать надо? Эй! Нихера не так. Ты неплохо близко. Выглядишь в форме Транстар, как твой глаз. Красный. Ты что, мне пожопишь? Знаю, необычные. Это традиции семьи Ю. Избегать всего обычного. А, это я понял. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Не накручивай себя. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Алексей, это типа тебе повезло. Самый главный. Через неделю будем на орбите. По-любому, я шишка. Обещаю.
Мистер Ю, вашего брата ждут в комнате А. Да. Слушай. Да. Просто будь собой. Хорошо. Буду ждать. Я буду собой. Я собой буду. Я как дома себя чувствовать. Я всегда прячусь где-то за стол. Под стол. Опа. Я маленький шкрек. Доктор Ю. Чё? А, я доктор Ю? А, так это мы семья, типа. Я доктор Ю, он Алекс Ю. Потом там медсестра Ю. Ну это уже какие-то иры. Доброе утро, Морган. Я доктор Беллами. Вау. Итак, у нас сегодня пара тестов. Лунная походка. Возможно, вы к таким не привыкли, но... Поверьте, все будет замечательно. Порядок? Супер. Тогда начнем. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Положитесь на чутье. Алло, я начальником устраивался. Будете готовы, жмите красную кнопку. Чё, я буду какие коробки, вы чё? Я устраивался начальником. Шуки кра... Не пойму, здесь тепло? Чё? Какие коробки, вы чё там курите, алё? Ты чё куришь? Я жду вашего сигнала, Морган. А, я не нажал ничего. И чё мне сделать надо? Но! Хё! 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 Чудесно. Это... Вы просто молодец. Я знаю. Теперь перейдем в комнату Б. Я от себя в шоке сам просто. А сейчас мы будем играть, кто первый сядет так, Морган, на стул, внимание. Мне кажется. Постарайтесь это буду я. Спрятаться в этой комнате. Не спешите, расслабьтесь, подумайте. Нет, я шучу. У вас только 9 секунд. Если вы что, ебанутые? Жмите красную кнопку. Так, а если я Хоп! Я спрятался. А, нихуя. Оп! А ну дай. О! Смотрите! Он прячется за креслом. Есть? Синаптическая реакция. Вообще? Нет? Пошли нахер, слышишь, орут с меня. Они просто с меня орут. Простите, продолжим, Морган. Слышь, теперь в комнату ты охуел, я отсюда все выйду, я тебе, блядь, расскажу, блядь, кто где прячется, и зачем, и как, и за шкафом. О, все. А тут что мне надо, блядь, сделать, нахуй? Ладно, поехали. Ух ты. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее и самым естественным для вас способом. Ебать, для думая, кого это? Что это такое? Что я тут делаю вообще? Нажмите красную кнопку. Ну, давай, я просто... Извините, может кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Симмонс? Я установил то, что принесла Тина. Вы проверили? Звук включен. Прошу прощения, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Вы ни при чем. У вас все отлично. Последний тест. Идите в комнату Д. Что это за тесты для умственно отсталых? Epic Games, спасибо за игру, блять, повеселили. Ух ты. Так, я могу сесть там. Кто-нибудь принесите кофе. Будет здорово. Спасибо. Слышишь, здорово, он с меня так, орёт, Морган, тупо. Пожалуйста, сядьте за стол. Замечательно. Посмотрите на экран перед вами. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите старт на экране. Я жду вашего сигнала, Морган. Вы планируете отпуск. Куда вы отправитесь? Хорошо знакомое место, где вам нравится или новое? Новое.
Хорошо, смотрю, вы освоились. Так держать. Вас приговорили к смертной казни за ваши преступления. Что вы при этом чувствуете? Спокойствие, шманьяк. О, это сложно. Потерявший управление поездом мчится по пути, к которому привязано 5 людей. Вы можете перевести поезд на следующую ветку, но к ней прикован один человек. Ну, конечно, перевести. Ну. Окей, дальше. Потерявший управление поезд приближается к 5 людям. Вы стоите на платформе рядом с невероятно толстым мужчиной. Если вы столкнете его под поезд, то остановите локомотив. Ничего делать не буду. Еще немного. А что я там вообще делаю, там, блин? Потерявший управление поездом. Что за вопросы такие? Отлично, отлично. Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него. Я спрошу у вас, что вы... это кофе? Тут пусто. Я думал, что... О, боже! Охрана! Охрана! Что происходит? Алекс. Симмонс, что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Он жив, усыплен. Приберите. Я иду. Ясно. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Что за хуйня, блядь? Где-то я это уже видел. И чё происходит? Что оно гудит мне в ухо? Что я должен делать? Опачки. Доброго времени суток. Тут что-то поменялось, я не пойму что. А, лампа искрит, я понял. А, ну ладно. О, монтировочка. Здравствуйте, Морган. Нам пора поговорить. Здорово. Я январь. Это а я сон. Февраль. Ха! То, что произошло вчера, реальность. Если о, хотите, рыбка, знать, я до тебя добрался. Выберитесь из здания. Вы в опасности. Опа, а это была голограмма. Стыд. А как мне сесть, что? Ха. А что это такое? Хорошо. А, это наебало. Идите к выходу. Опа. Я буду на связи. Я это, Труман. Я Труман, я понял. Жесть, я знал, это мир Матрица, отвечаю, я знал. Я знал. Так. Разводной ключ. Разводной ключ. Гефест. Промышленный образец, образца. А-ла-ла-ла-ла-ла. А-ла-ла-ла-ла. Нихера себе. Я знал, что это наебало. Я чувствовал. А чё, чё за... Что происходит? Это страшный сон, мне кажется. Помогите. Помогите мне!
Ёбаный стыд. Что это такое? Тифон какаплазмус. Все называют их мимиками. Чё? Тифон стратов... Блять. Что это за говно игра? Мне страшно. Я Нео. Так. Ёбаный стыд, нахуй. Сифон, как тебя там плазмус. Выпустите меня. Алло, там эти сифоны нафиг. С тех пор, как мимики вырвались на свободу, никто не может остановить их размножение. Я помогу вам выжить. Какое-то время. Угу. Хорошо, помоги мне. О. Так они вообще изи, он убиваются вообще. Просто у людей не было этих ключей гаечных, ебать. Ну конечно, бобинные технологии и ЖК-мониторы, это сильно. Ну чё, крафтить тут еще что-то буду? Куда мне идти, что мне делать? Опачки. Я нашел тайный проход. Я не знаю, куда я иду, зачем я иду, кто я такой. Мне кажется, я назад вернулся. А, вот Эхит, ё-моё. Так, вон, ориентировал. Туда мне на выход, но там два мимика. Но я уже их убивал, я думаю, с теми справлюсь. Ага, ты ж меня... обезбактериалили, короче. Сэр, с вами все хорошо? Сэр, все в порядке? У вас все хорошо? А нафиг я его тяну? Я думаю, с ним все хорошо, он просто спит. Класс. Главное, это не разбивается, да? Ух ты, музончик. Поменялся. Играйте по-своему. Ха. Ха. Да, фикус. Жесткий. Это что такое, мор? Угу. Сложно. Просто. Так. Опа-па, ни разу не спалился вообще. Вообще ни разу. Что-то я видел все, слышишь ты. Орган. Чё там-то, я вас не боюсь, у меня, блин, разводной ключ нафиг, алё. Я просёк вашу тему просто. Что так не работает, да? Надо искать. Да ты посмотри, они просто везде. Так, ну ключ где-то вот тут по-любому. Во. Это сверхсложные задачи для дебилов. Опачки. Это что-то уже страшное. Ёбаный стыд. Починить. Нельзя. Ой-ой-ой-ой. А это что такое?
пенная вечеринка была. О! Так. Да, бляха-муха. Что это за пена, блин, на 3 секунды? Так. Да, я слышу там кого-то чудика. Алло, тихо-тихо. А чё мы там... Лежащий в витрине. Обычно он поддельный, но я подменил его настоящим. Нейромоды очень важны. Без новых способностей вы не выживете. Ты. Я уже загрузил в ваш транскриптор список того, что вам нужно. Взгляните. Опа, мляц. Он... Слышь... это какой-то жесткий. Так, так, так. Где-то еще крякает, я слышу. Ну-ну-ну. Опа, пачки. Он что подозревает там еще. Ёбаный стыд. Они просто... Просто везде, бляха-муха. Ходят тут, патрулируют. Угу. Инженер. Охотник. Ученый. Это что такое? Адаптация, ваш уровень. Давай аптечек, чё. Ого. Ёбаный стыд, это он бласт ставил, ебать. Если так в будущем обучаются, вы готовы к моему несчастному случаю? Я не хочу в будущее. А теперь отправляйтесь в главный холл. Хера, он еще свою лапку поднимает. Типа, вот я нашел его. Класс. Всегда мечтал какую-то жижу побить. И чё? Ага, офигенно. Блин, тяжести. А что это? Ё-моё, у меня супер очко глаз. Опа, пролез. Аптечка. Чё? Ну, самое полезное. Курок сигареты, ё-моё. Ха, пошалим. И чё, я отсюда теперь не выйду, что ли? Нихера себе, у меня свет есть. Ага. Да выключи ты все. Мне кажется, мне туда что-то. Угу, да, короче. Да, погнали. Ага. Вот это я, да, с фотоаппаратом. Thank you.
Ты уровень прошел. Готовы наконец увидеть реальный мир. Угу. Конечно. Я таким его и представлял. Ёбаный стыд. Короче. Будьте начеку. Доберитесь до своего кабинета. Я пометил его на карте. Там есть видеозапись, которую вам нужно посмотреть. Я знаю, что у вас много вопросов. Там вообще миллиард. Спиздили просто с Half-Life, Dead Space, просто все. Внимание! Руководство станции объявило тревогу. Всем сотрудникам немедленно собраться для переклички и ожидать дальнейших распоряжений. Это не до Dead Space, не до Half-Life, ебать. Передвигаться будет сложно. Главный лифт сломан. Так, ты хорошая? Система говорит, что она в порядке. Всё. Но код диагностики меняется при каждом моем запросе. Я сообщу, если найду решение. Нести, установить. Давай мы тебя тут поставим. Огонь. Все, охраняй. Ёбаный стыд. Пушка, спасай. Давай, 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 работай, маленькая. Что, да? Не шанса, да? Халашар. Все? Ха? Так, тут закрыто тоже. До свидания. Он от меня не отстанет по-любому. Надо ему помочь только. Ух, ё... Блин. Опа, там пехаль. Я хочу туда. Как мне туда зайти? Мне пропуск нужен, да? Чувак, 1-2 пехаля. По-любому тут где-то будет пропуск, во. Ну, естественно. Не, не... Хорош, пушка, красавчик. Банан. Так, а где мне пин-код узнать? Давай, 4 единички. Нет. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Блин. Так, что мне надо? Это кабинет Моргана Ю. Так, писюльки какие-то. Да, блядь, нахуй ты его поднимаешь? Код замка на двери в ваш кабинет 0451. 0451. Нельзя было так сразу сделать. 0451. С возвращением. Это место уже 3 года является вашим домом. Видео доступно на вашем терминале. В смысле? Моим домом?
посмотреть меня. Привет, Морган. Ну и денек. Уже сам с собой говорю. Память у тебя как решето, знаю. Прости, это навсегда. Первое. Январь заслуживает доверия. Это оператор. Что-то вроде нашей резервной копии. Помнит все за тебя. Мы тестировали новый нейромод на основе тифонов. Преобразовывали их паттерны в наши. Дело в том, что удаление нейромода стирает память до момента, когда его вставили. Поэтому ты не помнишь. По идее, есть способ привести тебя в чувство между тестами, но кто-то мог забить и сделать один день всей твоей жизнью. Вот. Именно так и сделал Алекс. Только вот, зачем? Тебе не понравится, что я скажу. Что нашел все эти чертовые записи. Извини, но я не могу дать тебе их прослушать. Сначала я должен тебе все объяснить. А пока просто... Черт возьми, мне пора, сиди тихо. Пожалуйста. Извините, Морган. Алекс отрезал нас от серверов зеркала. Нужно импровизировать. Советую кубики свои позабирать от... в аппаратной лаборатории. Он изобрел зеркало. Возможно, там вам удастся восстановить подключение к серверу. А я пока поищу другие способы помочь вам. Удачи!